Небольшой приятный бонус. Каждый, кто поставит лайк, подпишется на мой канал и напишет любой хороший комментарий плюс свой ID, сможет получить 100 голды, если он победит. Победителю я, ребят, отпишу лично в личное сообщение и добавлю его в друзья. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня, как вы и просили, будет долгожданное продолжение рубрики под названием... Найди пулю. Найди пулю. Чего? А ну-ка, ну-ка. Найди пулю. Найди пулю. И, ребята, у меня только один вопрос. Вы готовы, дети? Да, да, капитан. Так точно. Я не слышу, вы готовы? Готовы. Да, готовы. Так точно, капитан. Ну что же, давайте объясню правила, потому что мало ли кто не знает. Суть такова. Я стреляю в рандомное место, вам надо найти это место. Кто его найдет первым, тот и будет победителем. Если вам ясны правила, покивайте головой. Так вы поняли? О, молодцы, молодцы. Так, ребят, как видите, даже Тик-Так играет со мной. Так что, ребят, надо поставить лайк. Кто знает такого нуба, как Тик-Так, ставьте лайки. Так, ребят, поворачиваемся спиной. Спиной. Так, я сказал спиной. Так, Сапчик, ты чё? Ой, ё-моё. Пишут, он на меня сел. Тут Тик-Так садится на лица подписчиков. Тик-Так, не надо садиться на лица, это плохо заканчивается. Ну что же, все, я пошел прятать пулю. Я уже знаю одно очень прикольное, одно очень сложное место. Я уверен, что с первого раза никто не найдет. По крайней мере, с первой минуты никто не найдет это место. Ох, ребят, посмотрите, да? Вообще пушечка. А ну-ка. Ох, ништяк, просто, ребята, пуля. Фух. Ну что же, буквально через 5 секунд можно будет начинать искать пулю. Надеюсь, что вы уже все готовы. Надеюсь, что никто не вылетел, потому что и так 5 человек это крайне мало. Ну что же, давайте. 3, 2, 1, поехали, поехали, поехали! И, ребята, эксклюзив пока что всех опережает, эксклюзив бежит, пока что самый первый, ничего себе, но он бежит не в ту сторону. Дальше за эксклюзивом бежит Тик-Так, это уже поближе, но нет, нет, нет. Ой, ребят, прям вообще, ну ничего себе. Так, 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 кто это у нас такой? Это у нас Крон. Ну, Крон, я думаю, ты вряд ли найдешь в этом месте. В этом месте будет крайне трудно найти. Так, 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 ну, ну. Пока что, ребята, счет никто не находит и даже рядом с этой пулей не стоит. А я напоминаю, что если мы наберем много лайков, много хороших комментариев, то тогда я сниму данное видео еще раз. Так что, ребята, ставьте лайки, пишите хорошие комментарии и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Напишите в комментариях, что вы вообще думаете по поводу данного режима. Нравится вам он или нет. Напишите ваше мнение. Ну что же, если по истечении буквально 5 минут никто не найдет, то я буду давать небольшие подсказки. Ой, что Тик-Так ищет. Ох, трудно Тик-Таку искать. Трудно, трудно. Ох, Тик-Так. Ну, да нету тут пули. Нету, нету. По секрету скажу, нету, нету, нету. Так, смотрим дальше. Крон ищет пулю прям вот там, где надо искать. Крон, я скажу так, ты ищешь там, где надо искать, но не в том месте. Вот так вот, скажу тебе по секрету, небольшую подсказочку. А вы, мои уважаемые подписчики, как обычно, подскажите этим нубам, где пуля. Напишите, пожалуйста, в чате, ну, в комментариях, точнее, подскажите, где пуля. Напишите им, ребят, подскажите им из будущего. Ну что же, смотрим дальше. Кто же ближе всего к пуле? Ой-ой-ой, а кто-то прям рядышком, ой-ой-ой, кто-то рядышком, кто-то рядышком. Ой, кто-то из вас, ой, как рядышком, но я не скажу кто. Потому что это будет жесткая подсказка. Не может быть! Савчик нашел пулю. Савчик, иди ко мне. Я тебя поздравляю, прям вообще красавчик. Ты же нашел? Покивай головой, если нашел. Ну, ребят, и наш победитель, этот замечательный человек, этот красавчик, этот молодой мужчина, это Савчик. Савчик, я тебя поздравляю, ты нашел пулю. Просто пушка. Лучший, лучший, лучший. Ну что же, раунд номер 2. Потому что вы меня просили и писали, мол, Кента ПК, почему так мало? Ребят, базара 0, будет дольше. Так, а ну-ка, все пошли туда. Все, 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 все на место. Поворачиваемся спиной ко мне. Так, я не понял, Карась, ты чё, ты чё, ты чё такой балованный, ну, спиной ко мне. Поворачиваемся ко мне спиной, и, ребята, прямо сейчас я поставлю пулю номер 2. Ну, в этот раз будет немножко полегче. Чтобы вы быстрее нашли, будет, ребята, полегче. Просто, скажем так, на внимательность. Ох, ох, это вообще легкотня.
Если вы не найдете, то мне будет стыдно за вас. Так, ну что же? 3, 2, 1, поехали! Опа, оп, ох, ничего себе, тик-так вскочил. Походу, тик-так хочет получить главный приз. Так, ребят, ищем, ищем, ищем. Кто же найдет, кто же найдет? Я в шоке, вот это вы нубы! Ха-ха, яру! Вот это да, вот это вы нубики! Ох, вы нубики! Ну что, кто же найдет пулю? Кто же будет нашим победителем? Тик-так пишет, я нашел. Так. Нашел! Спустя 2 минуты. Ну что же, в принципе, на этом все. Ребята, обязательно поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, если будет 4000 лайков, то я обязательно сниму продолжение. Ну что же, а с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!